Всем привет, говорит GetFun. Еще 3 недели до окончания 9-го рангового сезона. Казалось бы, рано еще подводить какие-либо итоги, однако я, начав с задержкой путь к первому рангу, уже немного подофигел от данного сезона и хочу поделиться с вами самыми неожиданными для себя наблюдениями, но после короткой рекламы. Нужны бесплатные дублоны? Тогда качай приложение и получай их. Ссылка в описании. Используй промокод и бонус твой. Суть, ребят, в чем? Уж не знаю, как вы, но лично я очень удивлен количеству эсминцев в боях. Их много, нетипично много. Да, конечно, и раньше были сезоны, когда эсминцев было в бою по 3 штуки на команду. Это было нормально, и никого это не смущало. Но в данном же сезоне потолок пробит. И нередки случаи, когда я вижу в бою 8 или даже 10 эсминцев в бою. Не уверен, что в вышке тенденция сохранится, однако точно могу сказать, что средний пласт буквально кишит в эсминцах, порой даже закидывая в бои без линкоров. Эта информация, наверное, станет откровением для тех, кто под прошлым выпуском про лучшую ветку эсминцев писал комментарии в духе, что класс это слабый, РЛС его контрит, ГАП контрит, а агрессера вообще угнетают. Видео то, кстати, получилось годным, так что если не видели, то я рекомендую. Там выходила аж целая серия роликов про лучший класс, и также есть видео и про крейсера, и про линкоры тоже. Но ладно, не будем отвлекаться, а лучше вернемся к теме. Не так, чтобы я был бы совсем не согласен с тем, что крейсера, особенно на 10 уровне, имеют преимущество перед эсминцами, ведь недаром в клановых боях высшей лиги в основном играли команды без эсминцев вообще, предпочитая брать крейсера под разные тактики. Их, благо, у нас много, и потому разнообразие в выборе было еще какое. Однако ранги, проходящие на том же уровне, открывают для меня совсем иной хай-энд геймплей. И вот в нем, на мой взгляд, крейсера из-за их командозависимости, знаете, не слишком круты. Потому как сам Свет, РЛС или ГАПом он же не убивает, а без фокуса командозависимой обилки не есть ни что иное, как пшик и попытка немного оттянуть одеяло на себя. И потому лично я понимаю отчасти, почему же вообще крейсеров немного. С другой стороны, и это остается для меня загадкой, которой я не могу найти ответ. Может быть, с вашей помощью чего-нибудь да получится. Ведь загвоздка сейчас состоится в том, что основная контра крейсеров, линкора, в 9 сезоне это не самый популярный класс. Помнится, сражение 8 линкоров, в прошлых сезонах при игре на крейсере, проходили у меня очень болезненно. От того нежелание игроков играть на крейсерах в рангах было мне понятно. Но сейчас этого фактора нет. И на мой взгляд, крейсера вот сейчас вообще проходятся на огонь. Лично я взял для прохождения рангов лидерский Хабаровск, для прохождения, естественно, с хилкой, и РЛС Минотавр, который доставлял мне удовольствие даже в рандоме. В рангах вот в таких условиях так вообще все фантастика. Прохождение сейчас на линкорах, как было вот у меня в прошлом сезоне, или на чистокровных эсминцах, как это было у меня в первых сезонах, мне кажется, что вот сейчас в 9-м сезоне это путь меньшего влияния на ход сражения. Они, конечно, сильны, но какого-то козыря в бою у вас не будет. В первом случае потому, что при обилии эсминцев легко самому стать одной из жертв, когда идет замес 3 на 3 эсминца, к примеру. Или если ваши эсминцы сольются, а света тогда у вашей команды не будет, то оставаться на плаву на линкоре, мне кажется, это вот уже какая-то вот такая вот боль и мазохизм. Потому как торпеды на хай-левел у большинства эсминцев идут на достаточную дальность, чтобы эсминцы могли пускать их без собственного засвета. Потому в качестве вангования вот мне сейчас что-то подсказывает, что фидбэк по итогам 9 сезона будет ниже среднего. Ведь тут нет ни наград для новичков в виде новой системы поощрений, которая могла бы стать изюминкой сезона. Нет тут награды для старичков, ведь флажок в целом не впечатляет, а чего-то другого за этот сезон, собственно говоря, мы и не получаем. Нету тут ни крутого геймплея, который был у нас в клановых боях.
нет тут вообще никакой такой крутой изюминки, за которую бы мне хотелось бы сейчас прям вот адово похвалить сезон. Да и я же еще и понимаю, что лобби линкороводов, которое в игре достаточно, ну, большое и существенное, сейчас чувствует себя, ну, мне кажется, в этом сезоне не особо уютно. И, на мой взгляд, это плохо, когда такому большому пласту игроков неуютно, грустно и плохо. И я не говорю про случаи в рандоме, когда 10 линкороводов переживают из-за того, что в бою 10 эсминцев. Нет, знаете, там ситуация совсем иная, нежели когда в боях есть на 14 мест 10 эсминцев и ни одного линкора. Вот это уже, на мой взгляд, даже перебор. Хотя я в целом против того, чтобы эсминцев как-то искусственно ограничивали в боях. Мне кажется, что нужно делать более комфортной жизнь крейсеров. Но только нужно подойти к этому как-то более так мягко, потому как и сейчас есть многие крейсера, которые линкоры сжигают в дуэли 1 на 1. Так что вопрос в целом, конечно, большой и объемный, и о нем, наверное, стоит поговорить как-то в другом видео. Сейчас просто замечу, что вот та ситуация, что есть сейчас, вот в рангах, ну это перебор, в рандоме еще не настолько все печально. И потому, как итог, ребят, призываю вас вот попробовать себя в роли крейсеровода в этом сезоне. Если у вас есть десятки, если вы на них катали, но в рандоме вам казалось не слишком комфортно. В рангах тут у нас ситуация несколько иная сейчас, ну по крайней мере до 5 ранга так точно. На мой взгляд, вот сейчас 9 сезон это самый комфортный из всех сезонов ранговых боев для крейсероводов. Ну а если у вас даже есть и фановые нагибалки эсминцев, ну вы поняли мой намек, да? Такие бои, как сейчас показывал вам я, их нельзя назвать обычным делом, и что каждый второй бой такой. Ведь ранговый кракен в принципе заработать непросто. Тем не менее, похоже, в боев, где лидер проявлялся во всей красе и тащил чуть ли не всю команду к победе, было достаточно много. Потому на своем опыте могу рекомендовать эти корабли смело. Но не буду долго уговаривать, ведь в конце концов мне еще и тоже нужно допройти сезон ранговых боев. И сделать это еще до того момента, когда данная малина успеет закончиться. Пишите в комментариях, на чем вы проходите данный сезон ранговых боев. Согласны ли вы с моей позицией и вообще, наблюдаете ли вы перенасыщение эсминцами и недостаток линкоров в рангах? Ну а я буду закругляться, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не болейте. Удачного прохождения рангов вам. Пока-пока.